Всем привет! Продолжаем проходить Dark Souls 3. Надо докачаться до доспехов, которые мы имеем в инвентаре. А то как-то хлипенько выглядим. И перейти к прокачке уже силы, жизненной силы. А то все ушло в доспехи, а остальное ничего не прокачивается. И как-то грустно мне от этого. Фиолетовая штучка есть. Так, куда мы отправляемся тогда? А, я вообще вот что хотел сделать. Отправиться там, где дерево. Обветшалый мост, да. Попробуем отхватить лещей от сильного противника, там, где были указатели в ту сторону. Может быть, нам накинут душонок, и мы сможем еще раз прокачаться и, наконец, надеть доспехи. Ну, может, там единственная ветка, куда нам нужно идти отсюда, к финальному боссу. А то что-то такое ощущение, что мы просто по кругу здесь, по этой деревне херачим, и ничего не происходит. Так, надо вспомнить управление. Блять, щит не успел поставить. Иди в жопу. Дашь чё? Не даст ничего. Ну и черт с ним. Собственно, пойдем. Неплохо было бы заиметь какое-нибудь кольцо, которое бы потихонечку регенило здоровье. Это было бы вообще шикарно. Мне кажется, есть, если у нас есть кольцо, которое защищает от этого. От кровопотери. Вот. Не, ну в Elden Ring же был этот амулет, который потихонечку регенит здоровье. Так что, мне кажется, в Dark Souls должно такое существовать. А вообще у Dark Souls есть две DLC-хи, что ли, у третьего. Но у меня без DLC-х. Было бы прикольно заиметь тоже эти DLC-хи, но Microsoft пока не дает нам ничего покупать. Я слышал то, что... Да, Windows сегодня разрешили скачивать. Я по приколу залез опять типа в Xbox, Microsoft Store. И мне показали хер. И я такой, ладно. Так и чё? Эти не идут, эти не стреляют. Вообще ничего не происходит. О, всё. Происходит. Мы можем здесь в целом постоять, на уровень накопить. Ладно, шучу. Ну как шучу. Опа. Блять, все эти швабру опять мне дали. Ага. Отлично, прекрасно. Иди в жопу. Угу. Так, и вот здесь налево повернем. Вот сюда. Там, где написано. Впереди сильный враг. Это вон там, наверное, здоровая херня. Не знаю, можно, конечно, попробовать уголь въебать, но есть ли смысл? Давайте просто сначала посмотрим, что это за сильный враг. Все ему молятся. Да? А может, это и есть босс этой локации? Ёб твою мать. А чё вы все повставали-то? Ребят. Пиздец. Так, ладно, одну банку выпью так. О, мне ее восстановили, нет? Нет. Так, иди в жопу. Ага. Вон, проклятое великое дерево. И насколько ты великая, насколько ты проклятая.
Блять. Пиздец. А можно как-то без этих вот? Без вас, ребят. Так-то они тоже не слабые какие-то, с красными глазами, блядь, половина. А своих он не бьет, кстати? Не бьет, а их еще тут дохуя просто. И больше. Пиздец. Пиздец, 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 пиздец. Ты что делаешь, блядь? Алло. А он не бьется что-то. А он что-то не бьется. А ты думаешь, от этого зависит? У меня такое ощущение. А мне кажется, что нет. Мне кажется, как-то по-другому его надо бить. Что-то он не бьется, не дерется. Допустим, минус один. Да ёб твою вот. Вот. Ну, всех убил. Две банки у меня осталось. Одна банка. Ну давай попробуем в него стрелять. Да ёб ты. Чё ж вы все такие, блять, охуевшие. Да я попытался я по яйцам бить. Чё-то нихуя. Блять, он их рожает, что ли, блять? Алло, а чё ты дохуя так? Пиздец, сейчас сдохну, кстати. Как будто об камень будет. Пиздец, ну я сдох. Ничего не совсем. О, своего завалил. Ну вот я пытался. Нет, чё-то... Да и в гики не попа... О! Бля, ну он пиздец жирный. Я ж сдох. Ну прекрасно, что-то я бью по этим яйцам и... Слабо, слабо получается. Пиздец. Да ёб ты, чё так машешь-то, а? Аж пиздец, аж жизнь снял мне. Нехороший человек. Так, так, минус двое. Так. В дерево попадает. Там чуваки идут. Нормально. Чё там я собрал? А чё, он по мне теперь не стреляет, кстати? Давай проверим. Мы же с ним договорились. Слушай, правда не стреляет, смотри. Значит, с тем чудиком мы прям договорились. Что он нас будет защищать. Ну давай. Теперь можем не опасаться. Да, кстати, смотри. Опа. А в меня не стреляет. Ну вообще четко. Бля, это что такое? Я не враг. Я твой друг.
Так, чё? Перчатки рабочего. Ну, перчатки мне не нужны. Так, инвентарь. А чё я собрал? Горящий осколок кости. Сожгите в костре храма, чтобы усилить эстус. О! Вот это я понимаю. Вот это нужная тема. Так, а еще что-то я хотел посмотреть, прочитать. А. Молодая белая ветвь. Трансформируйтесь, слейтесь с окрестностями. Пуау. Пуау. А, ну мне нужно ее использовать, чтобы этот в меня не стрелял. Получается. Так, 860. А, ну все, теперь мне не пройти, да? Давайте попробуем еще раз, что. А потом... А обратно нельзя пройти через туман? Блять, как скучно. Блин, ну здесь очень врагов до хера. Ну вот прям до хера от слова до хера. Так, ну и чё? Так, кого ещё теперь? Бить по яйцам, бить по яйцам, бить по яйцам. Ну подходи, чё ты, блядь? Крыса. Ля ты крыса. У нас что, болты закончились? Печалька, что? Пиздец, ты замахнулся, чувак. Нечисть ебучая. Так, проснулось, ебаное дерево. Да, попробуем подойти поближе. Не, у него только спереди яйца, конечно. О, нормально. Кровоток, что ли, ему повесил? А, разбил яйца, типа. А где у него новые яйца? Вот. Охренеть, блядь. Куда мы провалились-то, ёпта? Лапы заменили. Стрём. А у меня нет болтов.
Ты чё, блядь? Я только попил. Да вы ёпта, блядь. Но он как-то неудобно, чё-то... И попадает по мне постоянно. Нехороший человек. Да ёб твою. Сука. Психанул, чувак. И чё, ничего не дал? Ну ты вообще жадина. Жадина, говядина, солёная, огурец. Так, и чё они? Вышли, не вышли? Чуваки, выходим, получаем, блядь, кол и сваливаем. Не туда палишь, чувак. Тролль, мы об этом с тобой не договаривались. Вот об этом мы с тобой договаривались. То, что ты чётко всё попадаешь. Куда ты, блядь? Палишь-то, а? О, Эстус установился. Прекрасно, блядь. Просто замечательно. Ну, пробуем еще раз. А где мои души, блядь? Там внизу, блядь, теперь? Я их не заберу? А что за херня? Не, ну а чего? Что за фигня? Пиздосики. Ну, ближе бандерлоги. Так, ты чё, блядь? Особое приглашение нужно. Так, у меня правда болтов больше нету? Обычная стрела, обычный болт. Да, болты, всё. Не весело нихуя. Надо научиться делать болты или покупать, я хуй знает. Типа того. Подходите ближе. Будем целоваться. Ты тоже. Отлично, сколько их еще тут? Два. Ну, тех, кого видим, два. Так, это с кувалдой. Чепуш. Чё так завизжал жалобно? Так, остался вот этот один. Сейчас сразу спрыгнешь или чё?
О, мои души. Ёб твою мать, ты чё? Ты чё нахуй, парень? О, схватил! Ёбаный в рот! Нахуй меня давить, ты чё? Опять схватил, сука. Пиздец, блядь. Мне массаж такой не очень нравится, на самом деле. Надо подальше, что ли, от него отходить, я не знаю. Подходить только когда у него настроение будет, я не знаю. А чё, у меня только 3 бомбы, да? А больше никаких нет? Угольная смола. Сгусток угольной смолы. А ну-ка, давайте попробуем вот так. И попробуем его лупасить с этой хуйней. Ну, я имею в виду босса. Ёпта, блядь, ты чё? Псих ёбаный, только оно горит немножко. Блядь, сейчас здесь на мобе сдохну, что ли? Алло. О, пиздец, блядь. Чуть не завалил меня, мудила. Блин, там столько душ уже, на самом деле. 5 что ли, у меня тогда? Кажется, 5 была. Ну, то есть, так еще немножко полазим, блядь. Ну, блядь, целься лучше, ты чё? Тролль. Тихо, блядь. Куртка рабочего. Блядь, у меня полный этот скин рабочего уже собрался. Так. Ну, кто? Кто, чё? Пошёл в жопу, блядь. Пошёл в жопу. Есть контакт. Есть контакт. Блять, ожило раньше времени. О, нахуй с тобой, золотая рыбка. Пойдем его души. Мои души.
оккупантами, наверное, вернули. А, вернули банк. Опускайся вниз, блядь. Бери свои, блядь, ладошки, я бы не помню. Угу. Знаешь, раз, два, блядь, здесь. О. Пиздец, блядь, получил. Так, где у него еще яйца? Эй, цыпленок, ебаный. Угу. Аж два раза, блядь, понял? Сука, как ты это сделал? Ты вообще ни разу не попал, понял? И куда он покатился-то, блядь? Ты чё? Колобок, что ли? Ты не в той сказке. Пиздец, ёпта. Сдох! Ха-ха! Чудовище ебучее. Так. Душа гниющего великого древа. Транспозиционная печень. Так, дали эту ачивку. Отлично. Так, у нас теперь 14к душ. Что очень даже неплохо. Так, и костер здесь есть. Блять, прекрасно. И уголь нам дали. Блять, замечательно. Как говорится. Козыточка возвращения. Щит бога войны, блять. Мы щит Кратоса нашли. Иди же, пассатижи. Так, Чё делаем-то? Отправиться. Давайте в храм огня. Качнемся. Качнемся. Добро пожаловать домой. Чего желаешь? В прошлый раз нам предлагали пиццу попросить у нее. Так, давай физическую мощь качнем до 62 килограмм. Посмотрим, надевается ли доспех, а уже потом насчет остального посмотрим. Так, момент. Так, чуть не ослеп. А, ну у нас немножко не хватает на другой уровень, но мы этими душонками догонимся. Так, подтвердить. Оставить. Прощай, да. Снаряжение. Смотрим насчет доспеха. Все равно, блядь, красный пишет. Ну не, уже все. Нормально, теперь не плюхается на спину. Да? Смотри. Нормас? Ну все, теперь, блядь, смотри, какой красавец. Это просто пушка. А точнее, мы даже души не будем использовать. Давай вот эту вот тете Сраки продадим доспехи парные, которые у нас остались. Продать предмет. Так, нет.
А здесь у нас? А у нас этих вил еще дохуища. Ну как дохуища? Две штучки. Так, сломанный меч тоже нахуй идет. А может дубину обычную продадим? Тут крепкая дубина есть. 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 Давайте продадим обычную дубину нахуй. Так, и остальное у нас все по одной штучке остается. А, цестус — это оружие, кстати, было. Это типа как кастеты, что ли? Да ладно. Щит бога войны. Здоровый. Бля, ебать, у нас тут шляп набралось. Капюшон раба. Шляпа рабочего. Шляпа клирика. Так, вот они, доспехи. Один доспех рыцаря Лотрика продаем. И один доспех дезертира продаем. Одни перчатки рабочего продаем. Эти оставляем. Так. Штаны клирика, штаны рабочего, блять, штаны рабочего одни продаем. Ну, пока так, что ли. Не забудь принести побольше душ, не забудь завалить ебало. Так, повысить уровень. Давайте качнем силу еще одну. Пусть мы будем помощнее. Сила 20. Оружие будет 186. Да. Прощай. Прощаю. Так, отлично. Мы прокачались, мы завалили это жуткое дерево. Давайте отправимся тогда на Тулоку, посмотрим. А, нет. Горящий осколок кости сжечь. Да. Все, у нас этот Эстус стал попизже. Так, яма опустошенных. Давайте посмотрим, из ямы можно куда-то двинуться или нет. Ну и так, сейчас немножко походим по этой локе, посмотрим, что она из себя представляет. Как по мне, огромная яма. А, нет, вон туда дорожка вроде куда-то есть. Или нет? Или это обман зрения? Это обман зрения. А чё, отсюда ниоткуда, никуда нельзя, что ли? А как-нибудь там это? Лифт, не лифт? Может, есть какой-нибудь иллюзорная стена? А, вот, молиться у жертвенного алтаря можно. А что это такое? Дать костяные оковы оставить? Костяные оковы отсутствуют в инвентаре. Ага, значит, нам нужно костяные оковы найти. Неплохо. Ладно. А давай почитаем надписи. Осторожно. Получилось. Что получилось, блядь? Ах, опустошенный. Чё опустошенный? Кто опустошенный? Получилось. Блять, заебись. Получилось. Что получилось? Ах, снова это место. Ну, видимо, тоже кто-то... Ах, победа. Кто-то долго пытался завалить это ебучее дерево. И в итоге у всех все удалось. Да, ну дальше-то куда? Отсюда никуда. Какие-то костяные оковы нужны. Ну ладно, давайте переместимся тогда обратно там, где мы ходили. И вот сюда придем, на эту локу, которая сверху. Фляга с эстусом плюс один у нас он написано. То есть мы лечим теперь чуть больше здоровья. Ладно, пойдемте переместимся.
Заодно, кстати, посмотрим, сколько мы отнимаем здоровья у наших любимых врагов. И посмотрим, сколько они наносят нам урона. Обветшалый мост. Потому что мы же теперь в доспехах. Мы теперь охеревшие. Да еще неплохо как бы подумать, как вниз спуститься. Он в той речушке, братан, играет. Что? Да, там написано Николай в сети. Получил чепушонок. Так, ну и чё? Кто на меня теперь? Бля, какой Астерий все-таки красивый. Прям настоящий рыцарь. Мне не хватает только белого коня. Ай-ня-ня. Хоп. Сейчас мы какой-нибудь эпичный кадр подберем. Ну да ладно. Что-нибудь найдется. А, так. И что там? Идут эти чепуши. Идут что-то. Идут что-то несут. Так, а у меня не было, кстати, осколка Эстуса еще. Что-то не заметил. Да что он такой? Мусор. Мусор, бесполезный мусор. А его, наверное, можно было продать. Бесполезный там мусор. Старая, продырявленная несколько раз человеческая кость. На этом мы читали. А что у нас еще есть? Душа гниющего великого дверева. Дверева. Душа Варта из Холодной долины, да, все верно. Так. Че он завалил этих? Да, завалил. У нас тут что-то даже вывалилось. Шляпа рабочего очередная. Когда нахер не нужна. Капец, он заорал. Так, все, пробегаем. Сюда. Блин, капец уже получается на уровень нужно 7000, даже больше, 7,5. Мелон Ван Эйдж, здравствуйте, здравствуйте. Так, а что теперь, тут полная дыра и никуда не пройдешь, что ли? Беля. Осторожно, гигант Верзила. Да это я вижу, что был тут гигант один такой Верзил, но все. Нету больше такого. А дальше-то, блядь, куда? Впереди призрачная стена, так что может помочь атаковать. Да пиздите вы, я атаковал эту стену уже. Это пиздёж, наверное.
тебе дальше на лифт, там, где был Свагар, ты с Каталиной там самый вниз спускай. А, ну там, где страшная такая херня. Я понял. Я не хочу туда. Там стрёмная херня, с которой придется драться. Да, гигант из лука наверху, а снизу собака страшная, ледяная. Ну вот да. Так, меня вроде не заметили. Ну слушай, у меня сейчас вроде уголь есть. Может попробовать, конечно, и собаки навалять. Но сначала вот это вот псинистую. Блять, тут их две. Идите нахуй! Ты чё, псина, вообще? Чё-то... Охренела псина. Есть секретик с этой собакой. Секретики — это, конечно, хорошо. Ой, бля, все пошли. Выбегаешь за дверь в другую локу и бьешь его. Он не пойдет дальше. Это дальше вперед нужно, получается, бежать. Не назад. А я забыл, что тут еще крыса здоровая есть. Ага. Понял. Ну, попробую, значит. Душа покинутых останков. О, чувак, что ли, свали... А, это псина свалилась. А ты что не слезаешь? Давай слезай. У меня просто болтов нет. Так бы я ему болтом дал. Ну, я могу, конечно, вот так сделать. Нас. Как тебе такое? Он все равно не хочет спускаться. Ну, тебе чуть-чуть уже осталось. Спустись ты давай. Спасибо за подсказку. Попробуем так и победить эту псину. Блин, вот он, конечно, это нехороший человек. Псих, блядь. Так, чё эти? Чугунки ебучие. А это чё? Не иллюзорная стена, блин. Нет, я сейчас так свой меч, блин, нахрен сломаю. Ладно, вперед. Побежали. Никто нас не догонит. Надо, кстати, стамину прокачать. Что-то у меня это... Маловато стамины уже. Так, перед тем, как валить собаку или бежать мимо собаки, надо собрать лут, который там лежит в нижней локе. Я тогда не успел. Не туда. Не туда. Ща. Ща мы все поправим. Хм. Хватит мычать. Он теперь вечно будет мычать? Нет, демона я здесь еще не убивал. Спрыгнуть к демону можно. Именно поднимаясь вверх на половине. А, ну вот, видимо, где мычит, да? Сейчас попробуем. Блять! Не получилось. Почти, да. Блять, уголь проебался. Ну ладно. К углю мне не привыкать. И так всех боссов валим без угля практически. Главное, что у нас теперь доспехи есть. Блять, как ты задел? Ты чё? Псих. На, блядь. Так, а зачем я так это? Я могу сделать все намного проще. Да, зачем я вообще к этому вышел? Давайте через мостик, там срез же будет.
крыса. Ну да, ну да. О, нормально я всех кританул. А, крыс с этого конца была. Я думал, с того. Вот еще крысята. Мои любимые маленькие крысята. Крыса. Собака? А где собака? Не хочет. На, сука. Так, получается, тут две собаки, что ли? Или за мной увязалась та из вот этих вот чувачков? Наверное, та. Так, ладно, кто хочет это со мной поиграть? Ёпта, сколько желающих. Ну. Прыгай давай. На, сука. Так, ну минус один. Зато бомб не осталось нихера. Жесть они, конечно, все. Жесть они, конечно, все. Блять, ну и как ты попал? Так, сейчас будет плохо. Пиздец. Все банки, блять, использовал практически. Это жестко. Так, блять, с моста чуть не упал. Отлично. Так, кто банок даст? Надо найти где-нибудь еще эти осколки Эстуса. Может, где-то на этой локе еще не подобрали. Посмотрим. Так, ладно, давайте посмотрим, где лучше спрыгнуть. В какую сторону, точнее. Ну, допустим, в эту. Опа. Есть контакт. И чё? Не туда? Кажется. А, нет, вот что-то есть. А. О, don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. Посетил гениальное дело и разгадал загадку этого непостижимого устройства. А, бля, вон шатается херня. Иногда я начинаю все сомневаться. Я поднялся вверх на башню, как мне казалось, а потом каким-то образом оказался здесь. Не уверен, как так получилось. В любом случае, видишь, вон там здоровое такое чудище. Я не трус, рука моя тверда, но при взгляде на него у меня мурашки по коже. Так что хорошенько подумай перед тем, как отправиться туда. Бля, ну ладно, подумаю, конечно. Не, можно, конечно, угля въебать, у меня там достаточно накопилось. Где уголь? Жалко, конечно, уголь фляги не восстанавливает. А костра тут нету? Нет, ты должен был ждать. Well, it's true.
Пиздец. А, он с нами будет драться, этот чувачок? А чё у него нет? Он чё, не босс, типа? Ну, как-то да, вообще. Как-то мне не понравилось, как он не босс. Пиздец, я сейчас сдохну? Не, не надо. Лох. Лошара. Так, огненный самоцвет. Добрый вечер. Так, и что, здесь теперь костер будет? Ну, я надеюсь, что да. А то нахер я сюда бежал. Ну или лутецкий какой-нибудь, херен, а чё нет? А чё нет? Не, ну а чего? Так а чего? Большая дубина. Да, чем только? У меня болтов нету нихера. Ну в самом деле. Что за манеры? Я знаю, как их достать оттуда. Нужно только немножко головой подумать. В Dark Souls, конечно, прыгать это одно удовольствие. Пиздец. Да ёбана! Ну и почему ты на крышу-то не запрыгиваешь, утырок? Че, он не может перепрыгнуть здесь, что ли? Ой, ну все, значит ничего не знаю. Где костер мне мой? Мой костер дайте мне. Будьте людьми. Будьте человеками. Нихера мне не хотят давать. Или болтунью. Ну, что-нибудь из этого. Ну, обычно они вываливаются из челиков, которые используют арбалет. Болты. Но тут я что-то в этой деревне, блядской, не видел. А, стоп. Стоп, нахуй. Вот, мы все знаем. Мы все знаем, мы все видим. На, блядь. Опачки. Северный шлем, северный доспех, северные перчатки, северные штаны. Серверные штаны. Да. Сейчас потом посмотрим, точнее, что, как. Стоит ли одевать, не стоит. Так, это вот в тебе висит. Ну, блядь, ты падать-то будешь, чё? Опа! Есть контакт. Бледный язык. Отлично, блядь. Просто прекрасный лут. Так, а сколько у меня душ? 7 с чем-то. Хорош. Так, а здесь мы куда бежим? Бля, в какую-то жопу на самом деле, да. А, ну тут типа можно прятаться. Так, а теперь с этим можно поговорить еще, утырком, да? Так, косточка возвращения, это хорошо. Ну и ну, впечатляюще. Но не надо было брать слишком много. Мы не горящие должны помнить о своем долге. Но прямо сейчас нам есть что отпраздновать. За твою отвагу, за мой меч и нашу победу. Пусть солнце светит вечно. Хо-хой! Тост, окей. Ну, не знаю, как ты, а я вздремнул. Вообще, после хорошего праздника ничего лучше сна не может быть. Отлично, блядь, а кто мне костер даст или куда-то отправит, блядь? Охуенно. Мне просто заканчивать нужно, как бы, с Dark Souls на сегодня. А вот меча я не вижу, блядь. И нихуя тут нету.
Печалька? Печалька. Или все-таки есть меч? Я просто слепой, блядь, не вижу ничего. А, вот тут что-то еще есть. Да, все-таки подслеповат. Так, пилюля из красных жуков. Блядь, тут одна находка охуительней другой, блядь. Бледный язык. Пилюля из красных жуков. Дальше что, блядь? Средство от геморроя от бабушки Агафьи, блядь. Чё за пиздец? А, блядь! На меня сетки напали. На, блядь. Пиздец, конечно, пугаете, ребят. Нельзя так. Ну вот, в конце концов, да. Так, мы отсюда пришли, да? Все верно. Все верно. Значит, мы можем пробежать вот сюда. А здесь у нас что? Опять сетки на нас будут нападать, да? Да, блядь, вон они сидят уже готовы, блядь. Да чё ногами пинаются, блядь? Слушай, я тебя сейчас стукну. Блядь, ты чё? Блядь, еще и псина, блядь, охуенная. Так, кто еще? Кто еще тут живой, блядь? Да. Так, этот сундук без зубов, надеюсь? Да, без зубов. Так, еще какая-то смола, блядь, и три сетки еще. Так, слушай, а нахуй вы пойдете вместе все? С копом. Я вас... Сейчас слово не хочу сейчас. Ёбаные пассатижи, вы кто? Не, я просто убегу. Ха-ха-ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи. Другая дорога куда? Так, кольцо филина. Ебануться можно. Так, а куда дорога была еще одна? Сюда? Ну? А, я вот отсюда вылез, да? Ну, тут что-то это, блядь, не дорога нихуя. Не похоже, что я куда-то смогу дойти. Но если только вот здесь вот спрыгнуть, еще по мостику туда. Но я не уверен, что... Не уверен, что допрыгну, не уверен, что выживу, блядь. Так, я не понял, что за это? Мотивация. Выживешь, допрыгнешь, вот это вот. А если не выживу? А если не... Подожди, может мне вот это, на эту башню вообще? Больше похоже на правду. Хоп. Мы в башне. Только не знаю нахуя. А, ну за лутом пришли. А дальше куда? Есть, может, стена иллюзорная есть. Ну, косточка возвращения. Значит, мы можем просто отсюда переместиться. А, нет, смотри-ка. Тут кто-то умер. Ну да. Хопа. А, у меня эстуса нету. Ебаный сраный. Ну, я в целом жив. Жив целый орел. Колец понасобирали, уф. Так, одеяние из мира, перчатки мира, штаны мира, короче. Да, ну, я думаю, в следующий раз будем разбираться с одеяниями и с одеялами, и вот всем этим прочим. Так, а это куда дорожка?
Так, ну здесь уже некуда идти. Но это я из нее вышел. Или, ну, короче, это... Кукусики, поняла? Да, там толстый ходит, который с конфеткой был. Мне нужно как-то его оббежать. И не умереть желательно. А точнее, знаешь что, мы уж все равно здесь. Ну-ка. Вот так вот мы сделаем, блядь. И закончим. Так, храм огня. Все. Чё? Отлично, чё, можно сказать. Дерево вальнули, прокачали уровень, надели новые доспехи. Вообще просто прекрасно, все замечательно. Просто лучшие. Да, не жизнь, а сказка. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за подсказки. В следующей серии тогда попробуем... надрать жопу собаки вот этой ледяной, которая там болтается внизу. А на этом все. Всем счастливо, всем пока.